А, это комплект вот этот. Все, я понял. С кирками и все, я понял. Спасибо большое. Спасибо. Приветствую всех. Меня зовут СПТ. Вы на канале Не спит. И у нас сегодня 13 января. Забыл месяц. Прожимайте лайкос. Начинаем запись. Че почем. Погнали. Главный вопрос на все это на сегодня, как всегда, ребят, выйдут горнолыжники и Кайло, потому что все еще не дождались зимних обновок. Некоторые люди Кайло пропустили, горнолыжниц не выходили. Хотя, по сути, должны, по идее. Странно. Ладно, есть, обновился. Поднимаемся в самый верх. Оригинальный есть. Это было со вчера. Это у нас не было вчера. Это баскетболист у нас форвард. Ну, не скажу, что он супер редко выходит. И я не думаю, что его сильно кто-то ждал. Но этот, хотел сказать, фильм, блин. Только фильм смотрели на стриме, поэтому в голове только фильм. Но этот скин, короче, ну, у меня лично есть на основе, и, ну, мне он нравится. Что у нас по Лего стиле? Лего стиль чисто затычка, еще его явно не делали. Ну, если его сделали таким, то это явно косяк. Я думаю, это тупо затычка на временно. Временная. А так скинчик, конечно, классный. Идем дальше. Дальше это его кирочка за 800. Тоже ее, кстати, в свое время покупал. Огромная кирка, неудобная, не рекомендую. И вот такой дельтик за штуку 200. Когда летите, музычка играет, тоже очень сомнительно. Ее не, ну, я этот дельтик не покупал. Как по мне, 1200 он не стоит ни в коем случае. Дальше это у нас сияющий ударник. Скинчик, мне кажется, дольше не выходил. Неплохой скин, но не за штуку 200. Мне кажется, там стиль, бэкпэк или что-нибудь ему можно уже докинуть было бы. Лего стиль тоже недоделаны, наверное, да? Хотя... Ну, хоть... Не, этот Лего стиль хоть как-то похож. Хоть как-то. Сам скин неплохой играбельный, но сейчас много новых поприкольней. Дальше идет у нас Тихоня. Тихоня прикольный. Два стиля, чисто символический, плюс бэкпэк. Бэкпэк огромный, неиграбельный. Тоже затычка. Это я не думаю, что конечный вариант с Лего стиля. Ну, скинчик нормальный. Ладно, едем дальше. Все. А, вот это кайфуче. Эту деваху я покупал. Это у нас 13-й сезон прекрасно выходила. Она, блин, очень классно. Мне вот этот стиль очень нравится. Очень красивый. Прям нравится. Ну, тоже затычка, понятно. Кстати, слышу, у него тело как у пацана. Ну, похоже. А, ну вот, смотрите, тут тело. И тут тело. Короче, считай одинаково. Найди 10 отличий. Чисто затычки сделали. Девах, классно. 1200, да. Спускаемся ниже. Еще другие скинчики. Это у нас амплитуда. Амплитуда прикольная. Это у нас, по-моему, 10 сезон, да, она выходила? 9. 9. 9 сезон у нас футуризм был тогда, да. Прикольно. Тоже фигня. Бэкпэк. Бэкпэк, хотелось бы, конечно, циферку менять. Бэкпэк, кстати, маленький, аккуратненький. Нормально. Кирочка классная. Прикольная кирочка, мне нравится. И дельтик, по-моему, тоже ничего. Да, и дельтик прикольный. Я помню, когда я этот дельт брал, его вообще никто не покупал. И у меня каждый стрим спрашивали, что это за дельтаплан. Потому что никто не знал, откуда этот дельт. Потому что его тупо никто не покупал. Один я, мне кажется, его купил в свое время за 800. Деваха, которая реагирует на эмоции. Сомнительная. Хотя тогда тоже ее купил. Но по факту сомнительно. Лего стиль ужасен. И пацанчик. Это у нас кто это такой-то? Кто-то такой, пляжный рейдер. В капюшоне без капюшона. Ну, фиг его, не знаю, мне не очень. За штуку 200 точно нет. Бэкпэк. Не-не-не-не, это не моя тема. Лего стиль тоже ужасно. Ну, короче, такой себе пацанчик, такой себе. Опускаемся ниже. Ля, скинов сколько подобавляли сегодня. Че это они? Пурпурный защитник. Пурпурный лего, это уже лего, да, вкладка лего, наверное, пошла. Потому что уже, видите, лего сделано нормально. Пурпурный защитник прикольный, с шапочкой такой новогодней и обычной. Его, кстати, писали в комментах, что ждут пурпурного защитника. Я видел Руби, которая выходила уже кучу раз. Вдруг кто не купил, я не знаю, кто такой мог быть. Очень много раз выходила. Руби классная. Детонация. Тоже, по-моему, выходила с картой в башке. Да, выходила недавно. Эмоция, вот она, вот они ручки. А что такой ракурс огромный? Ну, типа там супер далеко. Как будто в Sims играю. Во, вот это нормальный ракурс, твист. Прикольная эмоция. Так, опускаемся ниже. Берди. Это у нас было все. Музыка. Музыка.
Музыка. О, Хилс, я эту песню сегодня в караоке исполнял. В Телеграме есть клип, как я эту песню пою, ребят. Это легендарная тема. Подписывайтесь на Телеграм. SPT083. Марвел остался, остался, неуязвимый остался. Слушай, ну скинчиков они подобавляли достаточно, но все они как бы, ну, ничего в них особо редкого и интересующего сильно людей нету. Все еще нет горнолыжниц, ну, все еще нету кастома, которые люди ждут. Ну, короче, стандартных нету, ожидаемых. Ладно, вам спасибо большое, ребят, за просмотр. Прожимайте лайкос, пишите комменты и до встречи завтра. Пока.